представить, как бы Владимир Высоцкий отобразил, назвал свое стихотворение. Я назвал ее «Песенка об избыточном доверии». Сообщение неведомо откуда, как хитрон построен под себя. Появился меченый Иуда, сел на верху под собой и рубя. Весь рай начал, что не строил, трогать, что его никто и не просил. А страна его встречала как героя, через чур доверчивым народом был. Из волос конец социализма, а с того наивно верил властям. И смог меченый народу ставить призму, брехнёю под сластья. И пошла в разнос та империя, вымирал там миллионами народ. От избыточного доверия не заметил, как на трон пролез урод. За предательство царь тот меченый стал любимым гостем вражеских столей.